Да, готов, поехали. Давай, 3, 2, 1. Так, Кто зашел? Давай. На улице Давай, зашел. давай, давай. США со стороны России. Димка. И беру я. Я занят, сейчас тоже. Я сейчас поставлю. Ты маннику командир поставил. Так. Давай, беру я Асуса. Тимаш всегда рады. Матник. Как обычно. Глей. Раун. Джерри, USA. Грей куда? Раун, Джерри, USA. Все, разбегаемся. У нас один на общий, да? Нет, 4 на Нет. 4. А, ты сам-то не 4 на перешел. 4. Че, все, Асус. разбегаемся. А, что, куда я? Галочку ставь. США. User left your channel. Channel switched. Buddy was moved to your channel. User was moved to your channel. Buddy was moved to your channel. Insufficient permissions. Поехали. Так, я не знаю, может попробуем их наземкой задавить. Тут все равно заточки. А если что, там Асус потом попробуешь смениться. У них, наверное, артиллерия будет, скорее всего. Тогда делаем так. Асус тогда налево пойдет. Мы со стороны РФ. Мадник, ты на центр. Если что, потом Асусу подсоби там. Ну, если увидишь, что куча техники вперед, попробуй отвлечься, помочь ему там с бочины зайти, повыбивать или погуслить эти танки. А мы с Раулем пойдем направо. Рауля, right flank. Me and you. And brigade, your choice. Куда я иду? Он налево идешь. На центр пойдет Мадник, если что, он тебе поможет, если там слишком много говна поедет. Ну, попытается хотя бы помочь, если там его самого не закидают сильно. Ну, смотри, Мадник, да, если как бы пехота будет переть у тебя, да, там, это ладно, фиг с ним, там, можешь кинуть, помочь Асу, да, там, если у него много. А если техника у тебя, тогда ладно, как бы оставайся и по ситуации помогаем. Что, на арте будешь? Нет. Если что, ты потом сменишься, если у них там, ну, что-нибудь жесткое будет, авиация или что-то. Я думаю, они на арту пойдут, и на арту пойдет этот Буда. Он учится сейчас на всем, и на артиллерии, и на авиации. Тимаш будет на земке. Не 100%, ну, процентов на 80 точно. И где-нибудь на центральном или на твоем направлении. Нам главное занять левый центр, и справа мы будем с Раулем давить. Рауль, here. Yes. Take Marines. Налево, да? Да, налево. Главное занять. Ребят, дроны тоже берем для разведки там потом.
Ну, такое, кто на ВДВ? Ты их выкосишь быстро, ты главное не лезь на них какими-нибудь, я не знаю, фиговинами какими-нибудь. Это сейчас все быстро распотрошится. Так, Эрли Грей, ну сейчас мы его продавим здесь. Он охренеет. Рауль, танк из левт. Центр, да.
Ребят, как получается, нет? Чё? Пока ведем. Там у них самолет кружит. Вот пофиг. Трет на миду. Берем больше ПЗРК. Берем ПЗРК, Raul, take more manpads and anti-air systems. Не знает, куда меня убивать. Но убивать надо убивать. Больше ПВО. Что там, ребята, у вас нормально нормализовывается немножко? Mm-hmm.
how many points? 30. Привет. Привет, вовремя, молодец. А что случилось? Да не, я шучу так. Да нет, почти вовремя. Ничего, сейчас скоро закончим. Так, кстати, это обновление крупных было, было. Сегодня обновился на 50-й. О, конечно, загрузилось большое. Ну, вот так, а там, тут и... Мадик, можешь продвинуться, нет? Хотя бы вот отсюда, у нас тут территория отвоевана. Что ты, Абрамсон-то 90 выпить не хочешь? Пушка опять летит, осторожней.
А где мой танк? Есть чем его выбить? Ребят, берите больше, мы там ПВОшкой обмазались, он нас не так беспокоит. Попало? Не, ну она рядом взорвалась. Я знаю, бывает такое. Я сам, когда на верте летал, бывало так рядом. Раз. МП-3. Я попробую выбить ее. Да я. Ты назад уехала. Так, Матник, я тебе сюда ПВО вызываю. Прикроешь его? Да, я тут это, ну, продвигаюсь. Raul need help. No. This T-72. Его не сбить, жесткий какой-то. Так и сбили. Ребят, к вам летит.
destroy this BTR. Тимаш. А. Асу, я тебе могу подсветить твой правый фланг, у меня тут двое. Точнее, не правый, а левый, извиняюсь. Рауль, need anti-air systems. Вадик, не сливай лаватку, не надо, нам нужны они. А тут не на нём, блядь. Охуенно. У меня там один, и она... Ясно, в общем. Пусть.
Одержимся, чуть-чуть осталось. Самолета приземлили. Вот, на лёгу. Он разбился. Сука, блядь. Ну что, два самолета, что ли?
Такая вот игра.